Первое упоминание селения Ладыгина, которое располагалось на территории современного поселка Володарского, встречается в 1451 году. С этого времени и ведется отсчет существования Володарки. Жизнь своя кипит. Удаленность и плотность, соответственно, лесов, рек, вот этой природы, конечно, добавляет определенный, скажем, антураж данной территории. Она немножко подальше от всего основной жизни, скажем так, территории. Но это прекрасная территория, прекрасные люди, поверьте, обладающие своим сумасшедшим колоритом. В честь 572-й годовщины поселка для местных жителей был устроен настоящий праздничный марафон. На футбольном поле состоялась серия товарищеских матчей. Это праздничный турнир ко дню города, поселка, и собралось 4 команды. Вот одна из наших команд – это команда ветеранов «Носороги». Здесь ребята в основном 40+, даже 42+. Молодые ребята там, ну, в среднем там 25-28 лет. Для взрослых и детей было подготовлено несколько мастер-классов. Например, вот здесь расписывали деревянную посуду, дощечки и декоративные камни. Дети выбирают самостоятельно сюжет, придумывают. Я им подсказываю, с чего начинаем, что мы делаем. И они делают вот такие вот интересные поделки. А еще были подготовлены различные конкурсы, чаепития, аквагрим, тир и масса других развлечений, в которых приняли участие и гости поселка. По какому поводу приехали? Выступает наша жительница поселка здесь. Группа «Малинки». Там наша девочка участвует. Мы ее поддержать приехали. Ну и, так я понимаю, поздравить? Ну, естественно, поздравить всех жителей поселка Володарского с праздником процветания поселку, благополучия. Во время официальной части мероприятия свои награды получили те, кто внес значительный вклад в развитие поселка. С каждым годом в поселке становится комфортней, уютней, удобнее жить. Но это все случается только благодаря вам, жителям, которые умеют и любят работать, ценят свою малую родину и помнят о своей истории. Действительно, жители поселка Володарского искренне любят свою малую родину и не скупятся на пожелания для соседей. Счастья, здоровья и чтобы наш поселок всегда процветал. Пожелать им счастья, здоровья, чтобы у них все здесь прекрасно было, потому что поселок я этот люблю. Он мне уже как домом, можно сказать, стал за все эти годы, прожитые здесь. Мирного неба, добра и удачи во всем. Праздничная программа продолжалась и после захода солнца. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева. Видное ТВ.